Гимнастерка артиллериста, советские медали и трофейный патефон. Эти и многие другие экспонаты патриотических музеев ученики химкинских школ бережно собирали годами. А сейчас их можно увидеть здесь, в одном месте, в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Пролежало, допустим, сколько лет? 80, да? А вот эта каска, обратите внимание, 2023 года. В Химках вторую неделю проходит фестиваль школьных музеев. Каждое образовательное учреждение выставляет свой стенд, который посвящен подвигам наших предков. Экскурсоводы и хранители музейного фонда – сами дети. Все эти стенды и формируют общую картину ратной доблести русского народа. Узнал про то, какие территории были оккупированы. Я раньше думал, что Херсоновка была оккупирована. Оказывается, только до Крюкова дошли и все. Это тоже было очень интересно, то, что до сих пор там находят в Московской области много экспонатов, то, что вот до сих пор еще они появляются. Сейчас, когда все школы принесли свои музейные экспонаты, для учеников ежедневно проводятся экскурсии. Познакомиться с историей могут дети со всего городского округа. А о том, что скрыто за этими экспонатами, рассказывают учителя. Эта идея замечательная, и она была предложена не случайно, потому что именно сегодня очень важно донести до детей, так как идет фальсификация истории, о том, что с кем мы сегодня воюем, когда мы говорим о специальной военной операции. Посетить фестиваль школьных музеев могут не только дети, но и взрослые. Выставка будет открыта до 5 декабря. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.